Выражаем благодарность за организацию данной выставки. Выставка для нас является таким одним из основных инструментов продвижения бренда компании. Очень порадовало то, что на выставке присутствуют потребители не только российские, но и международные. Спасибо, будем участвовать еще. По итогам работы у нас прошло огромное количество встреч. Приходят новые клиенты, которые с удивлением узнают, что на территории России есть отечественные производители, качественные продукции. И мы очень надеемся, что эта выставка позволит нам заключить новые контракты, получить новых клиентов и продвигать нашу продукцию более активно на российском рынке. Выставка «Интерткань» является одним из наиболее значимых мероприятий в текстильной легкой промышленности весеннего периода. Мы встречаемся с нашими партнерами, обсуждаем вопросы и перспективы дальнейшего развития и нашей компании, и отрасли. Очень довольны участием, потому что очень много посетителей, очень много потенциальных покупателей. Я думаю, что эта выставка будет теперь проходить на регулярной основе, и наши предприятия еще активнее будут в ней участвовать. Участвуем в выставке первый раз. Очень много контактов, полезно было принять участие. Большой спрос на российские ткани. В следующем году мы представим еще больший ассортимент тканей. Мы постарались максимально полно представить наш ассортимент, все наши начинания, нашу продукцию. И поэтому стенд получился достаточно большой. Покупателей достаточно много, очень много клиентов, поставщиков со всех точек России и даже из-за рубежа. Мы благодарны всем организаторам выставки и хотим попросить их, чтобы подобные события повторялись.